Самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны «Единая Россия» проведет 26 апреля уже в шестой раз. Диктант одновременно начнут писать в 12:00 по московскому времени. Сделать это можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф, а также очно. Для этого в Подмосковье на данный момент подготовлено 1188 площадок. Они располагаются в музеях, школах, библиотеках. Найти ближайшее место можно также на официальном сайте проекта.